Автовладельцы республики могут заменить свои старые водительские удостоверения на новые. Новые документы начали выдавать после внесения изменений в закон Республики Южная Осетия о безопасности дорожного движения. Несмотря на то, что водительские удостоверения нового образца начали выдавать в конце прошлой недели, в кабинетах государственной автоинспекции уже многолюдно. Многие граждане решили как можно скорее заменить свои документы. Владельцам автотранспортных средств выдают современные, более легкие в использовании пластиковые карты с необходимой о водителе информацией. Старые водительские удостоверения, они были на бумажной основе, а новые – это пластиковые, которые соответствуют российским стандартам. Новый образец разработан в соответствии с внесенными поправками в закон о безопасности дорожного движения. Изменения были утверждены парламентом республики в мае 2016 года. Однако новшества внедряются только сейчас. Главное отличие нового документа от старого образца – введение подкатегорий. На оборотной стороне пластиковых удостоверений указано, какими транспортными средствами разрешено управлять тому или иному водителю. Процедура получения прав или же их замены не претерпела серьезных изменений. Желающий получить первичное водительское удостоверение, как и раньше, должен окончить автошколу на базе ЮОГУ, сдать соответствующие экзамены. Замена удостоверения также не требует особых усилий. Необходимо пройти медкомиссию и оплатить госпошлину. Необходимо собрать перечень необходимых документов. Это оплата госпошлины в размере 800 рублей. Необходимо паспорт Республики Южная Осетия, старое водительское удостоверение. Фотографируют на месте, уже фотографии не надо приносить с собой. Для удобства водителей процедура упрощена максимально. Желающие заменить свои права тратят максимум час своего времени. Роза Тедеева, Азамат Кудзиев. Информационный выпуск сегодня.